Привет! Сегодня апдейт по моему прогрессу Project Pan 6 за 6 месяцев. В прошлом месяце я закончила продукт, который пыталась закончить в течение года. Это пудра. И осталось у меня 5 продуктов на 5 месяцев уже. И сейчас я вам расскажу, какой прогресс у меня за февраль по ним. Первый продукт — это Pixi Glow Booster Peach Gold. В феврале я им не пользовалась. И прогресса нет. Следующий продукт — Bare Minerals Warmth бронзер. Пользовалась им в первой половине месяца. Во второй половине я уже была слишком бледная для него. И не пользовалась. Но прогресс есть. Его единственное, его очень тяжело измерить, потому что это рассыпчатый продукт, и он постоянно меняется. Следующий продукт, в котором сложно измерить прогресс, это Essence Camouflage консилер в оттенке 10 Nude. Потому что каждый раз, когда я им пользуюсь, я достаю кисточкой продукта, и он остается тянется по стенкам, и изменяется видимое количество продукта здесь, но явно есть прогресс, я пользуюсь им каждый день. Следующий продукт — это MAC карандаш для глаз, Каял, фотогравюр оттенок. Я им тоже пользовалась каждый день. Я даже показывала в видео моего Project Pan тени на неделю, как я им пользуюсь, какой я нашла способ его использования. Я оставлю ссылочку где-нибудь здесь. Но, увы, он продвинулся где-то на миллиметр. Но я пользуюсь, и, по крайней мере, он продвинулся. То же самое с помадой MAC Naked Boot Luster. Очень хорошая увлажняющая помада, очень хороший носибельный оттенок. Тоже пользовалась я в первую половину месяца, она тоже продвинулась где-то на миллиметр. По крайней мере, они движутся, и это меня очень радует. И я надеюсь, вы поддержите меня в моем Project Pan лайками этому видео, комментариями внизу. И если вам понравилось это видео, и вам нравится смотреть такие видео, то подписывайтесь на мой канал, если вдруг еще не подписаны. И увидимся с вами снова.